мира, который своей силой воли и духа, благородством, стремлением создать что-то лучшее для людей, раздвигает границы и разрушает все стереотипы. Она успевает буквально все, являясь многодетной мамой, прекрасной женой, успешной бизнес-вумен. Под ваши бурные аплодисменты на сцену выходит элитный директор компании Марьям Умарова! Друзья, столько всего классного дают сегодня! Не упускайте ни секунды, записывайте все. Я горжусь нашей компанией. Лучшей сетевой международной компанией. С днем рождения, Фаберлик! Фаберлик, у нас есть возможность воплотить в жизнь самые смелые мечты. Фаберлик, у нас есть возможность получить то, за что боролись. И за что умирали миллионы людей? Что это? Свободу! Фаберлик, у нас есть возможности, которых не было у наших мам, бабушек, прабабушек. Век интернет-технологий. Чего вы ждете? На что вы тратите свое драгоценное время? Обижайтесь, обсуждайте, спорите, ссоритесь. Жалуетесь, ноете, слушаете негативных людей, смотрите сериалы, дорамы, онлайн-игры играете, слушаете чужое мнение, следите за звездами, ходите на работу, которую не любите. А вы сами ведь могли бы быть звездами. Подумайте, сколько всего вы сделали бы, если бы не чужое мнение. Согласны? Меня зовут Марьям Умарова. Фаберлик, я стала директором, старшим, серебром, золотом, рубином, бриллиантом элиты. Национальным, старшим, национальным, международным. Получила чек на 1,5 миллиона рублей. Поехала с супругом в хадж. Посетила более 15 стран за счет компании. Обеспечила всех четверых сыновей жильем. И у меня есть свой благотворительный проект, которому... В этом году будет 2 года, и я уже отдала около 2 миллионов. Разве не в этом счастье? Люди хотят мне помогать. Люди говорят, я хочу помочь людям. А что они для этого делают? И знаете, спасибо Всевышнему и Фаберлик за эти возможности. Потом начался кризис. Пандемия. Уход из жизни моих директоров. Моего наставника. Вечная память. Я сама попадаюсь к ковидом в больницу, тяжелая. Мне попадают 2 аппарата, подключают 2 аппарата. Стресс за стрессом, депрессия за депрессией. Люди опускают руки. Я теряю очень много 23% групп. Я бриллиантов. 6 каталогов, я бриллиантовый директор. Я не знаю, что делать. Я не знаю, как снова встать, как идти дальше. И знаете, в тот момент я поняла одну истину. Человек должен принимать и горькую часть этой жизни. Почему люди несчастливы? Потому что они принимают только вкусную часть, а горькую нет. А счастливый человек должен принимать и вкусную, и горькую часть. Согласны? И в тот момент я нашла где-то в сети эти слова. Насколько бы трудно не было идти вперед, только не останавливайся. Пусть по миллиметру, но продолжай идти к цели. И я на тот момент прочла книгу «Ответ Алана и Барбары Пис». Там было написано про нашу вертикулярную активирующую систему, про наши базы. И человек становится тем, о чем думает целый день. Я поняла, Марьяна, все проблемы вот здесь у тебя.
Не нужно отмазывать всех, у кого-то это случилось, у кого-то это. Ты как мама, нянька. Все проблемы вот здесь. Распиши план, возьми в себя руки. И в ту же секунду я себе сказала, я больше не бриллиант. И я расписала план. Я не сдалась, девочки, я не сдалась. И в ту же секунду ко мне в команду приходит девушка, которая... Компания запустила проект New Level, и я запустила свою крутую акцию, поддержку этому проекту, и думаю, пусть будет двойной удар. Приходит ко мне Курбанова Хамис, делает пусть звезда. За ней приходит яркая звезда, которая за 13 дней с момента регистрации делает бриллиант. И за 5 месяцев, вот она здесь, звезда, и все звезды из Курска, за 5 месяцев делает международного директора в прошлом каталоге. И начинаю работать в моем виде, и я становлюсь элитным директором. И ко мне в команду приходит звезда, которая с момента регистрации делает за год партнера. 5,5 миллионов тоже здесь всегда. И смотрите, за ней начинают работать другие лидеры. Я национальный директор. Капля за каплей ведро набирается. Очень многие директора и люди, когда чуток падает в своем звании, сдаются. Знаете, друзья, упала, встала, поправила корону и пошла дальше. Но не останавливайся вот там. Не сиди там. Вот это самое главное. Человек должен понять, что все проблемы здесь. Не где-то там. Никто не виноват. Только вот. И только вот. И сейчас... Моя цель – партнер. Я сделаю это. Важна цель и важен путь, к которому мы идем. Когда-нибудь, куда-нибудь мы все-таки придем. И я советую делать 5 пунктов. Столько всего было сказано. Я очень надеюсь, что эти видеоролики нам дадут. И хочу сказать, в первую очередь, что делать, чтобы достичь успеха. Каждый день в статус сторис выложить корзину продукции со своим номером телефона. Второе. В каждом каталоге от 50 баллов. Третье. Снять один видеоролик, в неделю можно 2 видеоролика и загрузить на YouTube-канал. Это обязательно. Четвертое. Делать продуктовую страничку. 3 продуктовых фотографии, вот 3 фото с продукции на страничку. И пятое. Самое важное, о чем сегодня сказали, это рекрутинг. Если вы не сделаете 5-й пункт, все 4 можно не делать. Вот 100% нужно делать 5-й пункт. Рекрутинг. 100 бизнес-предложений. Неважно, как вы их сделаете. В день. На улице. Вы пойдете в парк. Вы сделаете онлайн. Как угодно. 100 бизнес-предложений в день. Друзья, скажите мне, вы ведь можете сделать 100 бизнес-предложений, сидя дома? 1000 бизнес-предложений. 5000 бизнес-предложений. 10 000 не слышу! Да! Так делайте! Все могут делать. И знаете, что хочу сказать? Вы должны быть все в этом зале минимум элитного директора. И хочу сказать, чтобы вы послушали, можно сказать, закрытыми глазами, как угодно. Где бы ты сейчас не был, вот каждому говорю эти слова. Где бы ты сейчас не был, и через что бы ни проходил, просто знай, ты все преодолеешь. Все преграды, все обстоятельства на твоем пути – ничто! По сравнению с тем, насколько сильно ты этого хочешь. Каждый день ты работаешь над собой. Каждый день ты становишься лучше. Каждый день ты становишься ближе к своей цели. Ты не слушаешь тех, кто говорит, будто ты не можешь. Ты не пытаешься им что-то доказать, ты просто делаешь. Ты просто делаешь то, что должен делать. Ты это делаешь для себя. Ты это делаешь для своей семьи. Не для соседки, не для подружки. Для себя и своей семьи. Глубоко внутри ты знаешь, что ты сильнее всех трудностей на твоем пути. Глубоко внутри ты знаешь, что ты способен. И я тебе говорю. Ты способен! Каждый человек способен. Знаете, деньги
это не главное. Главное, как ты меняешься, как ты приближаешься к своей цели, как ты становишься лучше, как ты оставляешь свои слабости, как ты борешься со своей ленью. И всегда держите свою цель впереди. Засыпайте и просыпайтесь с ней. У вас все получится. У каждого. Огромное спасибо моей команде. Это ваша победа. Огромное спасибо руководству за такое грандиозное мероприятие. Тут сегодня каждый поменяется. И моей наставнице, всем-всем, моим родным, моему мужу, который любит и терпит меня 20 лет, нам в этом году 20 лет с ним. И всем огромное спасибо. Я знаю, что я много всего сегодня пропустила, про благодарность, но знаете, с каждой мое сердечко, потому что времени нет. Спасибо огромное!